Мне подарочек. У тебя тоже иногда выпадали зубы. Поэтому желаю, чтобы у тебя росли крепкие и здоровые зубки. Ребята, мы находимся в Минске. Вот у нас такая симпатичная девушка с нами. Смотрите, и тут вроде я давала интервью, вдруг я увидела мороженое. Короче, лен с васильковым медом на березовом соке. Я сказала, что я должна это попробовать. Ну, клево. Льна я не услышала, орешки есть.